Москве активистов задержали за то, что те зачитывали Конституцию России. Полицейские скрутили шестерых у здания Госдумы. Всех доставили в Тверское отделение. Что вменяют активистам, пока неизвестно. Свидетели Конституции, ну это так в кавычках мы себя называем, мы каждый месяц 12 числа приходим в разные публичные места для того, чтобы просто читать главы Конституции. Имеют право собираться мирно, без оружия. Проводить собрания, митинги, пикетирования. Еще раз говорю, вы разбойники хорошие. Первая статья Конституции. Дайте нам дочитать спокойно. Спокойно расходитесь прямо сейчас и все. Я на собрание у вас не закон. Нет, вы сейчас расходитесь. Не собрание, это народное гуляние. Вы читаете Конституцию. Надо руки рушить. Это не политическая акция. Мы не против кого не протестуем. Это более просветительская акция. Мы даже и акцию назвать нельзя. Это группа единомышленников считает для того, чтобы не забыть того, что у нас в стране есть Конституция. Она на самом деле, пусть с маленькими изъянами, но она прекрасная. К сожалению, она не работает. И напомнит лишний раз всем, что у нас президент – это всего лишь гарант Конституции. И никакой он не царь, не монарх, не святой. Он просто гарантировать должен нам наши права в нашей стране, в России. Мы граждане этой страны. Почему сегодня выбрали Госдуму? Все очень просто. Грядут выборы. Всем нам понятно, что они будут фальсифицированы. Опять припрется туда Единая Россия. Опять будут нам внедрять разные запреты, законы.